Сдаю машину на повторную покраску. Второй раз уже накосячила Toyota Center. Красит мне все некачественно. Всем привет! С вами Автофильм. Дали вот такую вот машину на подмену. Toyota CHR. Новый, на полной комплектации. Достаточно приятный. Идем с работы. С утра было темно, плохо посмотрели. Сейчас посмотрим получше машину, которую нам дали. Toyota CHR гибрид 1.8. Должна быть достаточно неплохая машинка. Oh, that's hot. That's hot. Внутри черный потолок, we'll be right back.
Так. Всем привет, дорогие друзья. Отдали свой Lexus NX на повторную покраску двери. На замену нам дали вот такой вот Toyota CHR 1.8 гибрид. Достаточно интересная машинка. И сейчас мы сделаем на нее небольшой обзорчик. Первое впечатление, когда садишься в машину, как бы снаружи она такая, как кроссовер, кажется, знаете. Но по факту внутри она как бы очень маленькая. За рулем, в принципе, комфортно. На пассажирском сиденье комфортно, но видно, что сзади места совсем нет. Поэтому то, что он там мини-паркетчик, это все иллюзия. Реально это практически гольф-класс. То бишь как Toyota Auris или там Volkswagen Golf. Просто чуть-чуть приподнятая, чисто в качестве маркетинга. Потому что реально, если паркануться возле, там, не знаю, небольшой машины, типа там гольфа или что-то такого, реального там отличия по размерам, ни в высоту, ни в ширину вы не увидите. Практически такого же размера автомобиль. Вот. Но в то же время гибрид, едет приятно, расход маленький. Вот я уже покатался, на улице сейчас минус 10 градусов, и расход там всего там около 6 литров. Летом, я думаю, будет меньше 5. 1.8 такой же, как идет на Toyota Auris гибрид, Toyota Corolla гибрид, на Corolla 2-литровый. На Приусе такой же, на Lexus CT такой же 1.8 гибрид. В принципе, уже проверенный мотор, очень надежный, ведет себя хорошо. Плюсов, что машина хорошо рулится, несмотря на то, что она немножечко все же выше, чем обычные легковые машины. Центр тяжести из-за гибридной батареи у нее низкий, и рулится она очень хорошо. Это из плюсов. Динамики, разумеется, особо нет, но, в принципе, этого мотора на эту небольшую машинку более-менее хватает. Конечно, не спорткар, но, в принципе, более-менее хватает. Из плюсов могу сказать, что по электронике машина напичкана очень хорошо. У нее есть и датчик слежения за полосами, получается, радар, адаптивный радар, то бишь круиз-контроль, держит дистанцию за впереди идущим автомобилем. Автомобиль должен сам парковаться, такую функцию еще пока сам не тестировал, у меня на Lexus такой нет. Вот. Обогрев руля, разумеется, сидений, обогрев зоны дворников, датчик слепых зон. Здесь стоит премиальная стереосистема JBL. Попробовали ее, играет достаточно хорошо, но, например, там с Lexus Mark Levinson или там Hammond Cadden, разумеется, не сравнишь. Чувствуется, что музыка на класс ниже, но опять же, для этого класса автомобиль там, грубо говоря, гольф-класса, я считаю, что музыка здесь очень хорошая, и по электронике она напичкана очень хорошо. Вот. Шумоизоляция как бы немножко порадовала, думал, что будет хуже. Что понравилось, что здесь также есть такой датчик в зеркале, датчик считывания дорожных знаков. То есть вы, даже если не видели какой знак, сколько ограничения по скорости, вы спокойно едете дальше, и на табло у вас будет показываться текущее ограничение, там 80-100, оно горит беленьким, допустим, знак 80, и если вы превышаете эту скорость, то он загорается красненьким. Очень удобно, вам не нужно постоянно следить за знаками, вы просто едете и всегда знаете, какое ограничение на данном участке дороги. И он работает не по навигации там как-то, а он реально считывает сам знак, потому что я пробовал, прокатился, где временные дорожные работы идут, и там стоят временные знаки 30-40. И, в принципе, система работала очень хорошо, без нареканий, считывала все быстро. В общем, лично мое мнение, что машина за свои деньги очень крутая, экономичная, крайне надежная. На гибридную батарею гарантия там 10 лет, если вы обслуживаете Toyota. Сам автомобиль, подвеска, все приятно, все круто. Но единственный, как бы, такой главный минус и проблема, то, что внутри он очень маленький. Эта машина, мне кажется, подойдет или в качестве второй машины в семье, там, или для девушки, потому что как основная машина в семье, если еще в семье и дети есть, машина нереально маленькая. Сзади там вообще садишься, сам за собой я садился, и коленками ты уже упираешься. Это получается, дети будут пинать вашу сидушку. Какие-то крупные вещи вообще вам не влезут. В общем, машина очень маленькая, прям. Внешне, знаете, кажется, такой более раздутый, типа такой паркетничек. Наподобие такого маленького BMW X6, но на самом деле внутри это реально гольфик. Вот, но это не мешает ей быть очень приятной, она хорошо рулится, приятный отклик на руль. В принципе, как бы эмоции дарит положительные. Мне как бы, вот я уже целый день на ней прокатался, и в принципе, мне достаточно нравится. За свою цену, я считаю, так вот сходу лучше, даже не знаю, что Corolla, там та же Toyota, Volkswagen Golf, Kia Ceed. Не знаю, мне кажется, все эти автомобили будут на порядок хуже. Что здорово, что на гибрид в Финляндии очень маленький налог, там трафик в год вы будете платить там меньше там 140 евро, может быть 130, для сравнения там на дизельный BMW X5 сумма будет в районе 1000 евро в год
здесь 130 евро, да, здорово. Вот. И сама машина стоит там новая, напишу ниже, там, по-моему, около 25 тысяч стартует, там заряженная комплектация чуть больше 30, там 30 с небольшим. Бэушный там 16-17 года с пробегом до 100 в Финляндии, в принципе, можно купить 1000 за 18. Вы что, с ума сошли, что ли? Там за 20 уже будет в хорошей комплектации, в состоянии очень близко к новому. То есть за 20 тысяч вы получаете надежную свежую Toyota с гарантией на гибридовую батарею. Есть задняя камера, передние и задние парктроники. Жалко, что нет кругового обзора. Передних и боковых камер нет. Ну, хотя бы задняя есть, в принципе, уже здорово. Парктроники тоже есть, так что вы не должны будете зацепить какие-то там бордюры или столбики, потому что машина небольшая. Обзорность хорошая. Зеркала со слепыми зонами. Также здесь мы видим лампочку, что есть датчик затемнения зеркала. Не уверен, но думаю, что только центральное. Если там на премиальных Лексусах затемняются все три зеркала, да, то здесь получится только центральное. Но, опять же, это лучше, чем ничего, и подчеркну, что для этого класса это, наверное, супер, потому что в этом классе, не знаю, я видел даже автомобили, где электроподъемников стекол не было. По салону все выглядит очень красиво и премиально, пока не начинаешь трогать. Вот потолок такой рельефный, дверные карты такие красивые, рельефные, все выглядит вот очень премиально. Вот плафон, верхнее освещение выглядит как будто какой-то хрустальный, но когда все это начинаешь трогать и нажимать, чувствуешь дешевый пластик, пластмассу. Вот. Но на кочках ничего не дребезжит, не брынчит, все тихо, взбито. Не знаю, может быть, со временем, с годами, с пробегом появится, но пока автомобиль новый, сейчас пробег 4500 километров, пока он новый, все тихо, плавно, комфортно, нареканий по сборке совершенно никаких нет. Мне кажется, новые Toyota сейчас в этом плане сильно выросли по качеству. Сверху вот здесь даже какая-то имитация, я думаю, это такая резина, но имитация под кожу, такой мягкий пластик, в принципе, куда лучше, чем там в том же Volkswagen Golf деревянная там такая пластмассовая панель. Вот, сейчас мы приехали на парковку посмотреть лучше под освещением, как она выглядит сейчас, потому что зима, темнеет рано. Масочка! Такие, ну, такая же. Сейчас я вам покажу. Все это дело вот так выглядит. Вот высота обоих машин. Размер буквально там, не знаю, пару сантиметров у них разница. Чуть-чуть она выше. Чуть-чуть. На донышке, я же сказал. Вот это типа как будто бы он паркетник. Это все сделано за счет чуть-чуть повышенного клиренса. Клиренс не буду возражать, капельку повыше. Видите, все задние части, фонари и так далее, все приподняты максимально вверх, как будто бы машина высокая, чтобы сделать иллюзию. Но по факту вот мы видим рост машины на 5 сантиметров всего выше. Thank you.
Дима и поедем забирать нашу тачку. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.